Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас будет вот такая вот мелкая посылка, которая шла около 4 месяцев. Это очень долго, но давайте посмотрим, что внутри. Погнали. AliPrice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Внутри у нас вот такая вот помятая коробка, непрезентабельная. Понятно, что она шла очень долго и вот такие вот косяки. То есть на подарок, на продажу это вообще не пойдет. Выкидываем. В коробке была инструкция, сама вот такая вот капсула и... браслет. То есть это у нас фитнес-браслет. Инструкция на английском, китайских языках. Здесь все написано, есть QR-коды для скачки приложения. Вот они. И здесь вот такое вот письмо от китайца. Привет, это мой магазин. Что тут написано? Спасибо, обращайся, все круто. Это вот такой вот смайлик. Браслет у нас обычный, вот как на Mi Band 1, только он немножко потолще. И самое интересное, что эту капсулу нужно заряжать, вынимая каждый раз. Это не очень удобно, но здесь есть сразу вот такой вот USB. То есть мы берем, там, допустим, Powerbank, всунули, и все, заряд у нас пошел. Ну а так, я скажу, конечно, неудобно. Хотя и в этом нужно все вытаскивать. Но сейчас очень много смарт-часов, фитнес-браслетов, у которых есть магнитная зарядка. И, кстати, неудобно, он сюда вот так вот заходит. Заходит еще ладно, а вот вынимать его вообще не камильфо. Вот так вот он выглядит. Есть у нас сенсорная кнопка, нажимаете, и он отображает OLED дисплеем цветным вот так вот батарейку, время, день недели, числа. Дисплей у нас 0,78 дюйма. Есть в данном браслете мониторинг сердечного ритма, артериального давления, сна. Версия Bluetooth здесь 4.2. Батарейка здесь у нас на 110 мАч. Эти смарт-часы, смарт-браслет в режиме ожидания могут работать до 20 дней. При интенсивном использовании с Bluetooth до 6-7 дней. Также есть здесь подсчет шагов, запись расстояния и напоминание о том, что вы очень долго сидите. Ну а давайте теперь по меню. Значит, это шаги, сердце, давление, QR-код. Можно также поменять здесь обои. Зажимаете кнопку и выбираете, какой вам дисплей нужен. Но мне нравится больше всего тот, который стоял. Хотя и вот этот прикольный. Здесь сразу шаги пишет. Ну, пускай будет он. Давайте посмотрим, какая у нас прошивка. Прошивку вы видите. Можно также выключить. И зажимаем кнопку «Вернуться назад». В принципе, ничего такого интересного. Все как обычно. Давайте проверим наше сердцебиение. Сейчас надену. Итак, надели мы. Давайте проверим. Итак, идет у нас подсчет. Ожидаем. 70. То есть в реальном времени он не измеряет, когда вы, допустим, идете, и он вам показывает. Но самое интересное сейчас посмотрим. Смотрите, кладу на стол, и сейчас вы увидите результат другой. То есть это ни хрена не работает. Эти часы вообще чисто время посмотреть и дату. Шаги, да, он меряет. Вот, уже 65, видите? Когда он меряет, вот так вот все мигает. Ну, давайте теперь проверим вот эту штуку. Что-то оно опять там меряет. В общем, просто так, чисто для шагомера, чисто для времени можно покупать. А так это бесполезная вещь. Вы видели, меряло тупо показания стола. Ёбушки, воробушки. 108 на 78. Это давление. Такого быть не может. У меня сейчас повышенное давление 140 на 100. Но если все же вам понравился вот такой вот... Да ладно, всем похуй, ты че? Браслет фейковый. Ссылку найдете в описании. На этом у меня все. Подписывайся на канал, ставь колокольчик и вступай в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока. Легко быть богом.